Переходим к новому большому разделу препаратов. Это косметика для тела. Любая женщина, конечно же, хочет выглядеть эффектно в плане восприятия ее именно как молодой, красивой, энергичной. И здесь, конечно же, мы должны применять все средства, как для улучшения нашего состояния кожи лица, волос, так и тело, потому что упругое молодое тело – это, конечно же, показатель здоровья, молодости. И компания Житарнель предлагает несколько вариантов препаратов для тела, которые возвращают упругость, возвращают эластичность нашей кожи, помогают косметологам, массажистам работать в плане уменьшения объемов, удаления проявлений целлюлита. И, кроме этого, еще и другие препараты для того, чтобы наше тело выглядело просто безупречно. И в этом плане рассмотрим первое. Это косметика Aroma Jazz. Производство России. Это целый ассортимент масел, которые являются натуральными, содержащие экстракты растений. Их уникальное производство позволяет получить максимум полезных микроэлементов, витаминов и питательных веществ из растений, ягод и фруктов. Масла делятся по своему воздействию на масла по телу и по лицу. Кроме этого, в этой линейке есть еще скрабы, которые позволяют очистить глубоко кожу перед тем, как воздействовать на тело массажными методиками. Следующая замечательная линейка препаратов тоже отечественного производства – это косметика Велиния. Это прекрасная широкая линейка, которая абсолютно натуральна, изготовлена из водорослей, масел, растительных компонентов. Это профессиональная косметика. Она позволяет эффективно решать проблемы, как я уже говорила, с кожей, как лица, так и тела, а также и с лишними сантиметрами. В ее ассортимент входят скрабы, различные обертывания, антицеллюлитные, придающие упругость коже, уменьшающие сантиметры лишние, удаляющие целлюлит. Кроме этого, есть массажные крема, есть специальные скрабы, есть даже водоросли живые, высушенная ламинария, которая обладает просто чудотворными, уникальными своими свойствами, возвращая коже упругость и молодость. Поэтому наши косметологи, кто работает по телу, очень ценят и широко используют эту косметику в своих процедурах. Одна только шоколадная линия чего стоит, когда косметолог получает возможность не только доставить пользу клиенту, но и дать ему еще и огромное удовольствие от применения этой косметики. И в помощь нашим косметологам есть еще целая линейка гелей для аппаратной косметологии при работе по телу. Это гели компании Гельтек, тоже отечественного производства. Сюда входят различные гели, сыворотки, крема, которые направлены на воздействие благодаря аппаратным методикам. И компания работает в трех направлениях: разработка и производство медицинских ультразвуковых электродных гелей и кремов, гелей и лосьонов для аппаратной и лазерной косметологии, для домашнего ухода, а также офтальмологических и гигиенических средств по уходу за веками. Какие же ценовые сегменты? Гельтек относится у нас к эконом-уровню, очень доступная недорогая косметика. И к бизнес-уровню относятся препараты по телу из линеек Aroma Jazz и Велиния. Следующее, о чем мы поговорим, это очень популярное сейчас направление, это эстетика бровей и ресниц. Все мы знаем, что женщины с древних времен, с времен Клеопатры, пытались улучшить на долгое время свои, скажем так, красоту своих глаз, бровей, ресниц и прибегали к таким средствам, как к татуажу. И постепенно это все модифицировалось, улучшалось, усложнялось. И на данный момент появилась такая замечательная техника, как нанонапыление. Это техника аппаратного перманентного макияжа 21 века. Здесь суть этой процедуры в том, что вводится пигмент под кожу, но на очень, скажем так, поверхностный уровень, не глубоко, в отличие от классического татуажа.
И, соответственно, дает очень естественный, очень мягкий эффект, напоминающий красоту клиента, естественную красоту. Вот. Нанонапыление используется при эстетике бровей, глаз и губ. Что мы еще можем улучшить на нашем, скажем так, лице либо теле? Это еще и наши выступающие части тела, такие как уши, такие как нос, брови тоже, благодаря пирсингу. Пирсинг – это украшение различных частей тела, ноздри, как я уже сказала, уши, брови, язык, пупок и так далее, различными металлическими украшениями. Это кольца, булавки, цепочки, это какие-то специальные украшающие элементы, которые вдеваются в проколотые места. А если в ушах, то это более одного, это не классические, а именно вот введение в хрящевые какие-то участки ушей и сами украшения этого типа. Мы предлагаем серьги Stadex американского производства. Это крупнейший в мире производитель профессионального оборудования для прокалывания ушей. И в ассортименте есть здесь сережки и специальный пистолет для прокалывания ушей. И, конечно же, уделим внимание такому методу, как депиляция, потому что современная женщина должна выглядеть безупречно в любом месте, в любое время. И благодаря как раз депиляции сахаром мы можем это делать, получать на долгое время, потому что депиляция сахаром удаляет нежелательные волосы от 2 недель до месяца на теле женщины, и мы всегда можем быть уверены в своей красоте, пользуясь вот такими приемами, как депиляция. Причем шугаринг – это вот именно депиляция сахаром, удаление волос с помощью сахарной пасты. Во время шугаринга на тело наносят вот эту теплую пасту, которая пропитывает кожу и удаляет нежелательные волоски. Соответственно, и называется при этом депиляцией. Можно удалять волосы в подмышечных впадинах, в зоне бикини, можно делать коррекцию бровей, а также удалять нежелательные волосы с рук, ног, тела, спины и так далее. Мы предлагаем пасту Саона и Сукре российского производства. Обе эти пасты относятся к эконом-уровню, недорогие и имеют широкую линейку препаратов разной плотности. Кроме этого, нежелательные волоски можно удалять и воском. Это давний тоже способ, широко распространенный. Ваксинг еще он называется. Это тоже разновидность депиляции при помощи воска. Только здесь используются чаще всего шпатель и полоски, на которые наносится воск и удаляется после застывания с кожи специальными такими полосочками. Вместе с волосами воск удаляется с кожи. И тоже делается это на долгое время, не меньше, чем на 2 недели. Кожа становится более гладкая, бархатистая и более эффектная. Мы используем депиляцию на данный момент компании Crystalline, Россия. Тоже этот вид удаления волос компании Crystalline относится к эконом-уровню.